Доброго времени суток. Это игра Endless Space 2, и речь сейчас пойдет о Водяне, паразитирующей расе религиозных фанатиков, отринувших оковы плоти и ставших бессмертными. Они живут в огромных космических кораблях-ковчегах, кочуют по галактике, поглощая как вампиры все живые существа, встречающиеся у них на пути. Водяне – одна из самых необычных рас в игре, так как игра за них имеет абсолютно уникальные механики. Главный ресурс для них – это сущность. При накоплении сущности они могут строить ковчеги для колонизации систем, повышать популяцию или увеличивать трудовые ресурсы. Сущность может быть добыта разными способами. Ее можно выкачивать из других рас, понижая популяцию, либо вырабатывать самим. На начальном этапе игры нужно очень много сущности для быстрого развития. Поэтому первым делом используем закон «Акт о расовой стабильности». Это даст хороший прирост. Строим все, что производит пыль, и при первой же возможности апгрейдим ковчег, заменяя все вспомогательные ячейки модулей на «Все должны участвовать». По мере развития не надо забывать апгрейдить ковчег, добавляя больше таких модулей. Еще одна важная особенность: водяне мгновенно колонизируют всю систему. Их ковчег зависает на орбите звезды и занимает таким образом все доступные планеты. Все строительство производится на ковчеге, пока он висит на якоре. То есть все построено может быть перемещено в другую систему вместе с кораблем. С одной стороны, это удобно. Можно занимать более богатые системы кораблями с постройками и бустить таким образом экономику. С другой, ковчеги уязвимы к атаке космическими флотами и могут быть легко уничтожены. Конечно, всегда есть возможность отступить или восстановить корабль, если отступление не удалось. Колонизировать лучшие системы с большим количеством планет, не сильно обращая внимание на их бонусы. Это связано с тем, что расовые бонусы плюс 4 за единицу населения на все виды ключевых ресурсов, кроме влияния, перекрывают любые возможные бонусы планеты. Поэтому нам важно иметь много планет и много населения на них. По этой же причине надо делать апгрейд ковчегов на новые уровни как можно скорее и любыми доступными ресурсами роскоши. Небольшой лайфхак. Перед постройкой ковчега лучше менять его сборку на максимальную скорость для быстрого перемещения в заданную точку на карте. После прибытия и колонизации апгрейдится обратно на генерацию сущности. Хоть водяне и имеют бонусное очко на перемещение, их стартовые разведывательные корабли очень медленные, поэтому желательно сразу менять их сборку на добавление скорости. Надо быстро искать богатые планетами системы. Параллельно надо делать упор на исследования, дающие больше планет для колонизации. Так как у водяне проблемы с трудовыми ресурсами, им сложно воевать на планетах на равных, хоть их пехота и имеет бонус 20% здоровья. Поэтому лучше предварительно изучить сфокусированную плазму, чтобы иметь доступ к вспомогательному модулю титановые снаряды. Затем завешиваем ими пиявочников до отказа и строим из них флот. Далее уничтожаем флот противника и под прикрытием подгоняем пиявочников к системе для осады. После этого живая сила противника растворяется на глазах и можно безболезненно захватывать систему. Основная цель – это как можно быстрее набрать максимальное количество систем и увеличить их популяцию. Потом можно менять сборку ковчега в зависимости от типа победы, которую вы выберете. Например, все модули поменять на «все должны учиться» и обеспечить себе быструю научную победу. Собственно, на этом мое повествование заканчивается. Жмите, пишите под видео. Всем добра, всем пока. Увидимся на полях сражений.